Не понравилось, что обернулось. Двое неизвестных избили девочку в Ленинском районе. Как рассказала мама пострадавшей, инцидент произошел на улице Южный бульвар. Вот такие травмы получил ребенок. 16-летняя девочка выходила из подъезда вместе с мамой. За ними шли двое пьяных парней. Один из них у подъезда стучал кулаком по машине. Девочка обернулась на шум. Увидев это, один из хулиганов подбежал к ребенку и нанес удар. В больнице 16-летняя девочка зафиксировала побои. Агрессивных парней задержали.